Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Энгин Айкурик – очень популярный актер и звезда, хотя он очень устает на съемках сериала. Несмотря на то, что он был широко известен на протяжении всей своей актерской карьеры, он всегда держал в секрете большое дело своей жизни. Хотя Энгин Айкурик какое-то время был известен и был очень популярным актером/звездой, он всегда держал большую проблему в своей жизни в секрете. Хоть Энгин Айкурик и известен, он пытается справиться с самой большой проблемой своей жизни – депрессией. Хотя Энгин Айкурик сделал себе имя на протяжении всей своей карьеры, он мало рассказывал о своей депрессии. Однако о депрессиях известная актриса заговорила еще в молодые годы. Энгин Айкурик рассказал о своей депрессии в результате неудачного опыта, неуверенности в себе, стрессах и неудачах. Она также объяснила, что депрессия – это угрожающая болезнь, и она переживает ее, часто чувствуя себя одинокой и теряя контроль над своими мыслями. Энгину Айкурику удалось справиться с этой скрытой проблемой, что позволило ему продолжить карьеру. Делая это, он, не колеблясь, открыто заявлял о большой проблеме в своей жизни. Особенно своей ролью в сериале «Меня зовут Фара» он четко подчеркнул депрессию и проблему конфиденциальности в своей жизни. Хотя Энгин Айкурик большую часть времени чувствует себя одиноким, его имя очень популярно. Поделившись депрессией в своей жизни, она помогла другим понять, что они находятся в такой же ситуации. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Энгин Айкурик – очень популярный актер и звезда, хотя он очень устает на съемках сериала. Несмотря на то, что он был широко известен на протяжении всей своей актерской карьеры, он всегда держал в секрете большое дело своей жизни. Хотя Энгин Айкурик какое-то время был известен и был очень популярным актером/звездой, он всегда держал большую проблему в своей жизни в секрете. Хоть Энгин Айкурик и известен, он пытается справиться с самой большой проблемой своей жизни – депрессией. Хотя Энгин Айкурик сделал себе имя на протяжении всей своей карьеры, он мало рассказывал о своей депрессии. Однако о депрессиях известная актриса заговорила еще в молодые годы. Энгин Айкурик рассказал о своей депрессии в результате неудачного опыта, неуверенности в себе, стрессах и неудачах. Она также объяснила, что депрессия – это угрожающая болезнь, и она переживает ее, часто чувствуя себя одинокой и теряя контроль над своими мыслями. Энгину Айкурику удалось справиться с этой скрытой проблемой, что позволило ему продолжить карьеру. Делая это, он, не колеблясь, открыто заявлял о большой проблеме в своей жизни. Особенно своей ролью в сериале «Меня зовут Фара» он четко подчеркнул депрессию и проблему конфиденциальности в своей жизни. Хотя Энгин Айкурик большую часть времени чувствует себя одиноким, его имя очень популярно. Поделившись депрессией в своей жизни, она помогла другим понять, что они находятся в такой же ситуации. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.